Сегодня мы приехали попробовать известные калифорнийские бургеры сети In-N-Out. Это что-то типа нашего Макдональдса, именно In-N-Out чуть моложе. Это семейная компания. Эта сеть есть только в Калифорнии. Нет, она появилась и в Юте, и в Аризоне, но больше нет нигде. Они утверждают, что мясо на свои бургеры они не замораживают, картошку фри они готовят из настоящей картошки. В принципе, меню у них небольшое, 3 позиции: бургер, чизбургер и дабл бургер. 3 вида милкшейков, лимонады и картошка фри. И, собственно говоря, все. Говорят, что эти бургеры какие-то невозможно вкусные. Мы сейчас оценим и покажем. Вот так выглядят их кафешечки, ну так скажем. Вот я хочу показать меню. Вот оно меню. Дабл бургер, чизбургер, гамбургер и френч фрайс. Все. А если ты берешь у них напиток, неважно что, есть автомат, тебе дают стакан, и ты сколько хочешь раз подходишь и наливаешь себе там колу, лимонад, все что угодно. Это кола, ее пьет муж, не я. Ну, вот как он выглядит. Вот как выглядит картошка, и реально это похоже на картошку фри, которую сделали из свежей картошки, они с пакета достали. У меня милкшейк, у мужа кола. Отведали мы эти известные бургеры In-N-Out. Резюме следующее. Фастфуд, он и в Африке фастфуд. Ну да, приятно осознавать, что ты живешь вроде как не мясо, которое не замораживали, листья салата, которые отбирали вручную, булочки, которые готовят каждый день свежие. Но я не почувствовала какого-то там супер вкуса, и сказать, что я бы вернулась и еще раз поела этот бургер, ну нет. Нормально, один раз попробовать можно. Когда первый раз мы приехали на Аллею Звезд, выглядело это следующим образом. Я шла-шла и спрашивала мужа, говорю: блин, когда она уже начнется, эта Аллея Звезд? На что мне муж ответил: Наташ, ты давно по ней шагаешь. Ребята, и это та самая известная Аллея Звезд. Но сейчас мы подойдем к кинотеатру Кодек и все там поснимаю, покажу. Ну да, от Аллеи Славы, от Аллеи Звезд ожидаешь чего-то такого невероятно красивого, пафосного. И пока идешь вот по ней, если не опустить глаза вниз, не сразу и поймешь, что вот она, родимая. Вот уже подходим мы поближе к основной части. И тут уже начинаются огонечки. Куча, конечно же, ларьков с сувенирами для туристов. Вот тоже, да, пожалуйста. Холливуд. Ну, а вот самый центр. Тут известный китайский театр, где есть отпечатки рук, ног. Я сейчас буду искать, где ребята из «Теории большого взрыва» недавно оставили. Это должно быть свеженькое, да? Да. Пошли поищем. Ходила, искала отпечатки актеров из «Теории большого взрыва». Оказывается, что это была рекламная кампания, и этой плиты здесь еще нету. То есть они их оставили, это все задокументировали, они расписали. Но самой плиты здесь нет, к сожалению. Но я нашла, кажется, отпечатки Мерлин Монро. Сейчас вам покажу. Вот здесь Мэрил Стрип. Посмотрите, какая у нее маленькая рука. Как моя. А нога? Так Мэрил Стрип, ты смотри. Ну, у нее, наверное, 36-й. У меня 35-й, а у нее 36-й. Так, а это Траволта. Ну-ка, приложи руку. О, у Траволты большие руки. А ногу давай проверь. У меня больше. Ага, а у Траволты 43-й размер ноги. Маленькие ножки какие. Хо-хо-хо. А это мой любимый актер Хью Джекман. Ну-ка, давай размер ноги. О, 44-й, руку.
Нормально. Я мечтаю увидеть Хью Джекмана на Бродвее. Просто мечтаю. Не стыдно, типа? Ты живо можешь. Так я живо танцующим хочу увидеть, а не голым. Световое шоу. Ну, что-то какое-то не очень серьезное, да? Оно тут такое, так, серьезно. А это Мерлин Монро. Сейчас померяем руку. Так, рука у нее побольше, чем моя. А ножка у нее маленькая, я уже вижу. Слушайте, у нее 34-й размер. Очень маленькая ножка. Миниатюрная блондинка. Квентина Тарантино нашел. Давай мерить размер ноги. Ну, ногу свою. Ну, он тоже не малыш, как Квентин. 43-й, наверное, или как у тебя у него? Так, 43. Или 44-й все-таки. 43-44. А руку давай. Да. Квентин, вы не малыш. Квинс Вон, давай, мери ногу. 45-й, я думаю. 45-й? А руку? Рука нормальная. Такая же, как у тебя, да? Ну, не, по нему видно, что он большой. 45-й. Как ты у меня большой. Мел Гибсон, давай померяй. Блин, ну, ребят. Мел Гибсон, давай. Ну, он поменьше. Поменьше? Да, где-то 43-й, 42-й. 43-й, 42-й руку. Ручки тоже маленькие. Не, ну он не маленький. Да, поменьше. Но если бы ты с Томом Крузом померился, то он вообще бы как ребенок выглядел. В общем, вот так вот выглядит Аллея Славы. Люди, киоски, бомжи, какие-то тут уличные актеры. В общем, просто все вместе. И, конечно, я себе, когда первый раз я сюда, сказать, ехала, представляла что-то другое. Сейчас уже как бы имеешь понимание. И ни на что не рассчитываешь. Джек. Ну, собственно, вот она. Вот так выглядит Аллея Славы в Голливуде. Ой, ты видишь, впереди Трамп. Представляете, какой внимательный президент у них. Или это не Трамп? Трамп. Ну, не очень похож. Жо.